Здравствуйте, дорогие друзья! Я с вами разговариваю из мастерской Елены Владимира Ильичевых. Хочу сегодня поделиться с вами некоторыми упражнениями, медитациями, которые помогут нам писать картины. Во-первых, сейчас в весенние дни очень хорошо писать белые цветы, тюльпаны, нарциссы, ландыши, подснежники, все, что белое. Почему? Потому что наши легкие, вы уже знаете, что они белого цвета, они энергия белого цвета, металл. Вот это такое пожелание для вас. Только не берите большие холсты, маленькие холстики и цветы с натуры. Второе пожелание. Как бы делюсь с вами эзотерическими знаниями, которые сама пользую. Наш мастер, гранд-мастер Цигун Сюиминтан вчера показал нам, его ученикам, две медитации, которые поддержат наши легкие. Наши легкие сейчас в некоторой опасности, у кого они слабые. А чтобы поддержать их силу, я вам сейчас покажу эти две медитации. Доверьтесь мне и пользуйтесь для того, чтобы вы были сильны, для того, чтобы ваш организм мог сопротивляться любым болячкам. Да? Ну, давайте первая медитация. Положите ручки на пупок, вот так. Женщины. Положите правую руку на живот, левую сверху, а мужчины наоборот. Левую к пупку, а правую сверху. Вот так. На пупок. Расслабьтесь и повторяйте за мной. Но вы должны, как художники, мочь представить себе, что происходит с вашим энергетическим телом. Вот так вот расслабьтесь себе, закройте глазки и представьте себе, что в помощь вашим легким сверху льется большой поток белого света. Вот знаете, как такая вот полоса белого света льется прямо к вам на макушку и к вас пронизывает и легкие, и прямо до конца позвоночника вот так пронизывает вас большой-большой поток белого света, такая полоса, как труба. Вы же художники, вы сможете это представить. И вот полчаса надо на эту медитацию, расслабьтесь и говорим магическую мантру. Минг, 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 минг. Посылаем вот этот белый свет вот с этой мантрой минг через свое тело. Что происходит в этом случае? Ваши легкие делаются сильными. Ваши легкие начинают противостоять микробам и даже не примут никакой микроб, который будет пролетать мимо вас. Ни вирус, ничего. Они сильные, они наполненные энергией. Ну, каждый день, конечно, сейчас надо делать. Вторая медитация тоже полчаса делается. Вот наши легкие. Тем, у кого хрипы уже есть, хрипы или влага в легких, представьте себе, что в этой руке у вас маленький кусочек льда. Вы тоже это можете представить. Знаете, такой кубик льда вот здесь лежит. Вот этой рукой вы как бы пытаетесь расплавить этот кубик льда. Расслабьтесь. Вторая магическая мантра. Хуа, хуа, сквозь легкие вот так пробиваете это, хуа, вот этой рукой, хуа, расплавляете этот лед, хуа, хуа, и заодно легкие, хуа, 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 хуа. Полчаса. Пожалуйста, пользуйтесь, кто мне верит, кто доверяет нашим знаниям. Мы без того, чтобы быть здоровыми, не сможем наполнять наш красочный слой энергией, силой и уверенностью красоты. Прежде всего, заботимся о своем здоровье. А мы же с вами энергетические существа. Наша энергетика должна быть на уровне. Вот эти вот все знания потихоньку буду вам давать. А кто хочет, возьмет их и будет ими пользоваться,
и будет здоровым.